The champion Mera, the Ruski Vitez, Alexander. Не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол глянет и поет полем. И бегутся небесные, и дождь за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с порога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сына, землю потом мешали, чтобы воина жить. Земле, внуки с порога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, что живу, небо в колокол глянет. Вставайте, люди русские, мы живем на отцовской земле. Внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, Русь! Stanley Christodoulou, Oliver Bryan, and Giuseppe Quattrone. And inside the ring, in charge of the action at the bell, the referee, Russell Mora. And now 12 rounds of boxing for the WBA Heavyweight Championship of the World. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, he's wearing gold and weighed in at 103.6 kilograms. His professional record, a perfect one. 27 fights, 27 victories, including 13 knockouts. From Krakow, Poland, the undefeated challenger, Andre fighting out of the blue corner, pardon me, the red corner. He's wearing black and weighs 105.5 kilos. 2004, he captured Olympic gold, and now as a professional, like his opponent, a perfect record, consisting of 25 fights, 25 victories, including 17 knockouts. From Chekhov, Russia, the champion Mira, the undefeated WBA heavyweight champion of the world, Zuruski Vitas!
God bless. Catch up.
Саша Поветкин! Саша Поветкин! Приема, так что мы, как получится, короче, мы рассчитывали, не настраивались на металл. Сейчас есть ощущение счастья, что сделана большая работа? В принципе, нормально. Ощущение счастья будет потом. Саша Поветкин просил не задавать этих вопросов до боя. Следующий, Владимир Кличко. Да. Костя, наставник наших блестящих боксеров. Костя, сам ожидал, что так все, ну, достаточно быстро все-таки. Не прошло и нескольких раундов. Третий раунд, если честно, надеялся на четвертый. Чуть-чуть не удалось, но это бонус. А на четвертый, потому что обязательства перед рекламодателями? У меня нет никаких обязательств ни перед какими работодателями. Сейчас по поводу Кличко Поветкин сказал «да». Что скажет Костя Дзю? Саша сегодня доказал, выступая против очень сильного соперника, который ни разу не проигрывал, что он может. Он сейчас чемпион. Поэтому, да, время пришло. Пришло, я надеюсь, что Володя и Саша будут очень серьезный бой. Интересный будет для нас, России, для Украины, для всего мира. Потому что это бой, когда два олимпийских чемпиона, два чемпиона мира встречаются и доказывают, кто лучший.